В день города главные улицы Чебоксар превратились в большую сцену. Около 70 самых разнообразных творческих площадок открылись от улицы Гагарина до Красной площади. В 45-й день рождения Чебоксар воплотились самые смелые творческие идеи проекта. Каждого гостя на тематических площадках ожидали танцоры, певцы, поэты, сказочные персонажи и даже сюрпризы. В центре Чебоксар тысячи горожан пробовали себя на разных поприщах. Особенно интересно было поучаствовать в интерактивном действии многочисленным гостям праздника. Национальные традиции, чувашская вышивка. Чебоксарцы от истории возвращались в сегодняшний день. На одной из интерактивных площадок все желающие оставляли отпечатки ладоней. Своеобразная подпись под объяснением в любви к Чебоксарам. Мне все понравилось. Наш город просто самый лучший. Нам очень понравилось, очень весело. Интересно, что у нас в последнее время начали устраивать такие мероприятия, где вот очень много детишек, родителей. Нам очень нравится, приятно. Сотни артистов и творческих коллективов радовали горожан своими талантами. Вот эти люди в белых халатах, например, варили мыльную кашу. Кажется, детям она понравилась больше, чем обычная молочная. Бульвар поражал уникальностью каждого жанра, зрелищностью и неповторимостью. На этих шикарных железных конях, конечно, не прокатишься, но для кого-то даже посидеть за рулем такого автомобиля уже воплощение мечты. Потрогать и сфотографироваться с антиквариатом выстраивались в очередь мальчики и девочки, и те, кто постарше. Зажигательные танцы, песни, пройти мимо просто невозможно. На площадке детской студии «Куча мала» с юными журналистами национального телевидения «Чуваши» танцевали все. Каждый горожанин смог найти на бульваре творчество что-то интересное для себя. Такие праздники нужны, наверное, это объединяет народ наш чувашский. Я желаю не забывать, что мы чуваши, мы великий народ, и нам этого не надо стыдиться, надо гордиться тем, что мы есть, и воспитывать это все в наших детях. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика.